Смотрите, вот, допустим, керамика, да, вот я много лет занималась керамикой. Ну, мы с этого жили, то есть это было профессией. Как бы вот потом был большой перерыв, но она осталась как вот для меня сейчас это, ну, я делаю плошки. Я больше ничего не делаю, только плошки. Ага. И как бы а ты раньше этого... керамику чего делала? Ну какие? Мы делали и скульптуры, и украшения, и посуду разную декорацию. Ну, в общем. Это здесь, в Крыму? Нет, это в Киеве. А, в Киеве. Да. То есть я этим занималась. Женя больше там, у него там другое было, там флейты делал, еще что-то. Ага. Ну, керамика тоже немножко. Ну так вот я говорю, то есть, если бы я этим не занималась, мне было бы сейчас очень сложно. Потому что плошек, да, это как бы у нас как бы это, ну, заказывать это довольно большие как бы деньги и вообще как бы. И объемы. И объемы. Да. Вот. Поэтому, как бы, мы ж не знаем, для чего Ярославу все это было в жизни, понимаешь? Это да, согласен. Так что. Слушай, а вот керамика, вот интересный вопрос. Вот где ты занимаешься керамикой здесь, вот сейчас? Дома. В комнате сижу, у меня столик. Печь у меня в сарае есть там. Угу. Мы привезли ее еще оттуда свою. Электрическая? Да. Вот так вот. Ну, ну посмотрим, так если вы не против. Да? Хорошо. А то как раз Ярослав немножко в этом шарит, может, он как раз и поспрашивает, по носу и посует. Да, у него, блин, такой учитель хороший. То есть, как бы... Кто? Ну, Ваня. Ваня. Что у них это... Объемы такие, ты ну вообще. Удивился, что Ваня хороший учитель. Что? Ты удивился, что Ваня хороший нет, учитель. Нет, я просто хотел уточнить, мало ли. Кто-то может еще у тебя там. С керамикой как раз. Нет, просто у него еще есть учитель в Ярославле. А. Как его зовут? Алексей Юрьевич. Господи, Алексей Юрьевич Золотов. Он же там еще начал заниматься керамикой. То есть он не просто так. Он там начал заниматься керамикой, стал делать горшки и. Горшки делают с лепниной, да, то есть вот с, ну, да. Да. По краям. С мелкими чем-то. То есть сильно заморачиваясь, как бы. А сейчас он вышел на другой уровень, уже профессиональный. Сейчас мне сказали, забудь про все это, про все то, чему тебя учили. Гоним мы этот, да, поток. Да. Объема. Теперь тебе надо за 15 минут сделать огромный вазон. Я такой, опа. Ну, из пласта делаете или там, или форму? Ну, берется 10 килограмм глины, просто там берешь кусок, там кидаешь его в гипсовую форму и размазываешь все. Ну, ну да. Гипсовая форма, да. Ну да, понятно. Это быстрее. У них были вот такие гипсовые формы, как бы, и там их было 50 штук, и они, значит, вот их лепили, заливали, точнее, заливали, выливали через какое-то время, а теперь перешли вот уже вот на такие гипсовые формы. Ну это у нас очень большой заказ просто сейчас висит. Ну понятно. Вот, а так отливка все еще в деле. Вот, она простаивает. Вот, потому что у Сережи учеба, остальные там тоже разъехались кто куда. Вот. Как тебя Ваня отпустил-то? Скажем, новогодние праздники, поэтому. Да, все-таки. Новогодний вот. А 21-го уже сдавать надо вам, если не ошибаюсь. 28-го. 28-го. Должно быть все обожжено. Это жесть, я тоже помню. Заказы это все. Они же должны еще высохнуть, это же должно все успеть просохнуть. Ну, начинаю. А вы сделали уже, чтобы оно сохло? Сушки. У нас есть одна лампа, у нас есть одна дуйка. И вы будете бегать и да. Сушить. Надо шкафы сушить. У нас есть одна комната, там очень душно, очень жарко. У меня в доме, будем туда. У меня в доме как-то по-левому сделано все это отопление и вот это все. И в доме нормально, а вот в туалете и в ванне, у нас большая туалет и ванна, там очень жарко. И там, например, если постирал, то через час все высыхает просто. Вот прям сухо. И вот туда нужны такие горшки. Нет, ну понимаешь, глина на самом деле, она не очень любит такие экстремальные сушки быстрые. То есть там где-то разница толщин, да, это высыхает быстрее тонкая часть, а толстая чуть дольше. И в этом месте уже начинаются трещины, да. У меня один горшок был, он до сих пор есть. Ну, это я идею японцев или китайцев. Двойные стенки, знаешь, то есть первая стеночка вырезная, да, а вторая это. Он у меня, я его сделала, слепила, завернула в пакет, и он у меня год стоял, значит, как бы просто, то есть он как-то через пакет там вот это вот происходило. Потому что это вообще очень сложно высушить там, как бы получается, эти тоненькие вот эти наружные вещи. Вот, ну, высох, не треснул, то есть он живой, здоровый. То есть было опаснее, что вот это вот это вырезанное, оно высохнет быстро. Оно быстро, а там то... тоненький. А да. Давай я пронесу. А у тебя он есть даже живой?
говорю, есть. То есть ты ему после этого не продала за 1 000 000 рублей? Как авторскую работу? Мне кажется, я его тебе показывала в тот раз, твой приезд. Ух ты. Ну, может, в тот раз ты показывала, а в этот раз совсем другой. Вау. То есть это... О-о-о. Ну, поэтому он сох очень долго, ну, естественно. Наверное, можно было быстрее, но так уж. Вот такие стеночки, да? Вообще интересная тема, можно тут много. А эта стенка отдельно как-то вырезалась и потом приклеилась? Да, здесь... Или... Сейчас все тайны откроют конкуренту. Нет, я вспомнить хочу, как это делалось. Ну, просто двойная стенка, между ними расстояние какое-то, да, вот здесь вот бортик, да, вот здесь вот по этим вот краям. Здесь вот нет, здесь одинарно, здесь не нужно было. Я не видел, как эти горшки производятся в Японии. То есть это приклеиваются два пласта и потом вырезается. Или вот вначале ты вырезаешь, потом приклеиваешь. Я думаю, я вырезала. Я не помню, я тебе говорю уже, но, скорее всего, я вырезала. Стёп, прекращай. Стёп! Ну что это такое? Гуляй давай. Степан. Скорее всего, я вырезала, потом приклеила, потому что вырезать вот там буквально нажал, да, оно утопилось. Да, да, оно может треснуть, вот эта тоненькая вещь. То есть, ну, логически. Она только год сушила. Я думаю, что уже никто не помнит, как это все было сделано. Я не помню, да. Да, ну не, ну это ж просто сесть покумекать, да. Несложно. Разобраться. А что за глазурь такая? Да, это я какие-то дулевские, по-моему. А, дулевские. У меня низкотемпературная. Как лезешь, прям видно. Ну, да, не совпадение какое-то есть там, КТР. А так сами глазурь делаете, нет? Нет, или... я покупала. Покупные? Угу. То есть ну, вот это. Дулевская и еще какие-то у меня я там покупала, не помню. А я тебе говорил. Просто это приверженец такой технологии глазурей, когда взял кусок цемента, раскрошил, взял кусок золы, бросил. Немножко интересно. От коровы там что-то. Нет, это интересно. Шматок. Это целая тема, огромная глазурь. Это бесконечная тема, она очень классная. Но этим, понимаешь... А что будет на выходе? Ну, это алхимия. Пробы, это алхимия. Это, бывают, да, такие котелы. Получаются. Но, во-первых, для этого нужны знания химические все-таки. Ну, да. То есть, вот, допустим, у меня в этом плане пробел полный. Во-вторых, этим надо заниматься. То есть, если я занимаюсь керамикой, да, вот этой вот, то это несколько месяцев, которые я как бы делаю, и потом на большую часть времени года забываю про это. Ну, да. А это нужно зима некую... прекрасное время для того, чтобы делать. Понятно. Ну, сейчас вот погода хорошая, я, скорее всего, пойду в сад, и что буду в саду делать. Ну, это понятно. Поэтому, когда зима долгая, в этом есть свои плюсы. Вот, поэтому вот так вот. Вот, и глазури, да, самодельные, это очень интересно. Так что... Ну, я говорю, желательно вот эти вот образования, ну, какое-то... Ну, мне кажется, что все-таки, как бы это сказать... Потому что мешать просто, вот, как говорит, ну, цемент это, да. И золу, ну, как бы это долгий очень путь. Пусть, конечно. Ну, можно покороче. Ты не знаешь состава, да, что-то. Ну, понимаете, к чему это, да. Вот. Нет, я просто про то, что и уже есть... всякие такие эксперименты, они хороши, когда у тебя есть хорошая база. Когда ты четко понимаешь, для чего вот это, где основа стеклянная, да, что туда можно добавить. Вот, а когда это просто ну, это, да, это, накидывается на вентилятор? Это не это. Причем есть сейчас огромное количество информации, где составы глазурей разных, да, уже есть они. Ты можешь таблицы взять химические целые, да. Элементы купить. У меня даже где-то компоненты, да, и уже смешать, у тебя будет уже там фотографии, что ты получишь. И от этого уже можно там как-то плясать. То есть народ этим занимается, изучает очень давно и активно, и ну, как бы это уже есть даже уже в открытом доступе, это не секреты какие-то. Видел такие? Ну, конечно, ну, да. То есть, как бы, причем, ну, а тема интересная. Причем в этих таблицах там по каждому, например, если вот этого нет, то можно взять еще вот этих 5, и это заменит вот это одно. Да. Вот это. Ну, вот Игорь Савин, по-моему, тоже он делает какие-то свои глазури, если я не ошибаюсь. Ну, как-то он упоминал, по-моему, про это. Ну, я говорю, я как бы... А у него же тоже здоровенная печь, по-моему. Нет. Нет? Ну, вроде бы 40 сантиметров. То есть она не самая большая. Ну да, если квартира, максимум, там вроде 40. Надо как бы... А, у Савина я... Савина, да. И Слентьева. Да, у Слентьева большая печь. Handmade, сделано, так сказать, для себя. Да. Прижился? Нет, он уже прижился, давно я просто отвожу. А это, как это называется-то, господи, маточник? Маточник. Маточник.
клен, пальматум, маточник. Видишь, какой там уже внизу. Я к этому иду потихоньку, к этому стволу. Стволу спираешь, потом снизу нет. Да. Вот эти 48 бонсай были сделаны вот здесь, потом основной. Примерно так, да. Основной. Надо, я думаю, что надо уже брать и сажать новый как бы маточник, как бы, потому что этот уйдет, а этот надо разгонять к тому времени. Ну да, согласен. А он снизу поросль дает, ну, ветки? Я имею в виду, то есть, что... Но поросль — это то, что идет из земли. Он имеет в виду ветки снизу. Да, то, что вот может вырасти на коре как раз-таки. Да, он дает почки. Потому что некоторые обрежешь, я понимаю, она зарастет, да. Старый, есть, есть у него такая вот спящие почки пробуждаются. Да. Юль, хорошо. Юль, а скажи еще раз, мы запись включили. Вот эта вот композиция интересная, это что такое? Что это за сухой пенек, красивый такой? Ну, кто его сделал? Сделала природа. Вот мы это же ты не люди, вырезала как-то... это? Нет, ничего не вырезала, ничего. Мы же занимаемся тем, что, да, вот у нас как бы главный вдохновитель наш — это природа. И камни используем, да, деревья, естественно, травки, вот все, что мы вокруг чего мы ходим. Вот. А это вот кусок корня. Я так понимаю, то есть он уже фактически сгнил в земле, а это то, что осталось. И вот как камень под действием ветров, морозов там приобретает какие-то интересные моменты, вот так же этот корень, вот я его называю, это волна. То есть, а сколько лет он жил у тебя здесь? Да, буквально недавно я его, вот, он лежал-лежал и вот дождался своего часа. Наверное, навеяло, знаешь, был недавно шторм в Крыму сильный. И вот мы ходили, смотрели на эти волны потрясающие. Ага. Я вот вспомнила, что у меня есть тоже такая волна. Волна, да. В загашнике. Да, и вот плошку взяла из дерева. И пока все спят, деревья, он посидит в этой плошке. Там, может, другую сделаю. Ага. Это плошка твоя, да? Да. Красиво. Так что такой будет у нас символ нашего дня. Волна. Смотрите, с лица, или что на лицо? Ну да, все правильно это. Так что используем все, что видим, все, что вокруг нас. Тут вообще много ищем чего. Красоту. Тут много, да, чего везде. Вокруг. Я иду, смотрю, камни лежат красивые справа, слева. Никакого у тебя асфальта, цемента, бетона, все природные, родные. Сейчас пойдем погулять куда-нибудь там вообще. А запахи какие тут прям. А как птички как поют. Птички поют. Пчелы летают. Пчелы летают. В декабре. Цветет тут все. Новый год на дворе. Да. А мы тут сидим, греемся. Но надо признать, что ночью было около 0 градусов, да? Да, был небольшой, да, мороз. Был морозец, вот, но уже к 10 часам все было тепло, хорошо. Я одел бейсболочку. Очень грустно, что все не вечно, и моя человеческая натура очень хочет запечатлеть всю красоту и стабилизировать это дерево, ну, то есть покрыть смоле, да, его пропитать, вот. Но мы должны наслаждаться моментом, поэтому... Ну, Юрий говорит, что это вроде как дуб, а если дуб, то он довольно плотная, ну, древесина. Продержится, конечно. Но... Нет, если он будет стоять в сухом месте, да, не под открытым, да, небом. Вообще, на самом деле, вот смотрите, вот у меня же много джинов, да, там вот я использую в лиственных деревьях. То есть я как-то, ну, по каким-то, как говорится, канонам там, это в основном хвойные деревья делают джины, да, сухая древесина. В лиственных сяре делают дупла, да. Но я как-то, поскольку вокруг нас я смотрю очень много джинов в лиственных деревьях, я как-то, мне нравится использовать. Так вот, смотри, в общем-то, если дерево вот... У меня вот стоит вот не вот джин, да, я его обрабатываю сверху какой-то пропиткой не гниющей. Если она не касается земли, он может вообще десятилетиями жить и как бы, то есть ничего не надо. Вот, но вот если уже касается все время влажной почвы, да, там уже проблемы, там уже надо более стоять. Ну, в нашем регионе влажно, наверное, тоже это будет немножко проблематично. Да, у нас еще не только что влажный регион, у нас еще морозный регион, поэтому любая заморозка-разморозка — это нагрузка, да, для любого материала. Дерево особенно. Да, конечно. Особенно сухого дерева. Оно впитывает, потом разрывает. Ой.
Так, и мы увидели там у тебя бонсай на зимовке. Угу. Вот там. Да. Прикопанный. Пойдем посмотрим. Очень интересно. Угу. Что там так делать? А почему не без плошек? Ну вот как раз морозов я боюсь. То есть для деревьев-то наши морозы вообще никак не... Ну, это местные деревья, ничего не будет страшного. То есть субтропики какие-то, да, там пироканты еще, угу. Там у меня дуб пробковый, еще я в теплице ставлю. Там все-таки, если какие-то будут экстремальные морозы, им будет легче. Вот, а плошка – это такая вещь, которая морозов очень не любит. То есть она может стоять, ну, и... В принципе, это. Но в какой-то момент может что-то случиться, она лопается, или отскок какой-то происходит, там, глазури, допустим. То есть у меня такое кустарное производство, то есть, по идее, там люди очень, ну, и глины, да, высокотемпературные используют для таких вещей уличных, и там глазури подбирают специальные, как каждой глине, там, своя глазурь, чтобы вот это именно КТР было, совмещалось. А у меня все такое более... Нет. Поэтому я их просто берегу. Мне жалко их терять. Поэтому я плошки из плошек вытащила, их составила в непромерзаемое помещение. Вот, а все остальное, что можно зимовать на улице спокойно. Бытовое использование такое, понял? Ну, как бы да. Я все просто головные боли так некую убираю лишнее. А глина местная или тоже где-то покупная? Глина крымская, да. Ну, она не совсем местная. Мы ездим специально, есть такой карьер у нас в Крыму известный, который именно керамисты крымские берут. Там. Ну, она такая, да, там 1050-1100 градусов. Она неплохая, она прям карьер, где можно выкопать или там продают ее? Нет, выкопать. Даже не карьер, там просто склон, который у дороги. Вот. Но он там хорошая глина. Да. Вы его проезжали, наверное. Нет, не проезжали. Сейчас по Тавриде там объезд. Килограммчик, да? Тебе нужна глина? Крымская. Я тебе могу глина. Дать. У меня есть. Хорошо. Для эксперимента. Да, главное, чтобы тебя пропустили. А что, не пропустят? Ну, да не, пропустят, наверное. А что, она сухая в порошке, что ли? Нет, она куском. Прямо, знаешь, таким настоящим, карьерным. Нормально. Так что. Вот я ее как бы использую, она хорошая, в принципе. Ну вот, морозы стараюсь. Причем интересно, иногда вот как бы, может, там обжиг был температуры больше-меньше, ну, я уже не помню как бы. Mm-hmm. Вот, и годы нормально-нормально, а потом раз и ну, да. Не хочется такого испытывать. Поэтому плошки на продажу я не делаю, только себе. Потому что ответственность все-таки надо... Несу с использованием. Ну, да.